Всем привет. Это никому не нужный блог. Никому не нужный блог. Сегодняшний выпуск ни о чем. Посмотрим, что из этого получится. Не знаю почему, но для меня очень важно встать двумя ногами сразу. Дальше надо поздороваться со зверями. Привет, вяленый зайчонок. Привет, заботливый Мишка. Шалом, Кртек. Здоровья, Егор Летов. Доброго утра, мохнатый гном. Веди себя хорошо, панда, сексуальное домогательство. Затем самое время выглянуть в окно. Погодка ничего так. Затем надо прийти на кухню и выпить целый стакан воды. Вкусненько. Потом можно пойти полюбоваться на цветочки. Воу. Да. Да-да-да. Очень важно просто заглянуть в холодильник. Потом горшок, чистка зубов. Завтрак. Гречка, салатик, бананчики, фирменные тосты. За завтраком что главное? Молитва. Шучу. Бога нет, мы все умрем. Потом цигун. Ну, это такая китайская галтелая зарядка. Кстати, реально круто работает. Пару приседаний. Пару отжиманий. Немножко танцев. И можно садиться работать за комп. Тут у меня полная веселуха. Вот я и закончил работать, а это значит, что пора двигаться дальше. Сгоняем за водой, ништячками и подстрижемся. Вот у нас во дворе такой автомат. Ставишь бутылочку, кидаешь денежку, нажимаешь на кнопочку и поехали. Вот она, водичка. Велосипед – лучшее средство передвижения за ништяками. Но не лучшее средство для передвижения в лифте. Хагрид. Никому не нужный блок – это веселье и простота исполнения, но в то же время хочется сделать его всем нужным блогом. Короче, задавай любой вопрос, я обязательно попробую на него ответить. Поделюсь с тобой не только своим опытом и знаниями, но и хорошим настроением. Спасибо. Знаете, почему эта парикмахерская круче всего? Потому что из всех парикмахерских города это находится в моем доме. Я принес домой воды, забрал ништяки. Моя прелесть. И подстригся. А теперь постоянная рубрика «Анонсы» в следующих сериях. Как группа Киров красит свое лайф-видео? Почему компьютерным играм нужно проводить открытые плей-тесты? Как делают шаверму в пухле? Интервью с профессором генетики? И роскошный турнир по Street Fighter 2? Будет круто. Точно. Нужно ли тебе это? Не знаю.